Я бы предпочел, чтобы вы просто слушали меня. Мой голос и разные другие звуки, которых вокруг нас множество. И вы можете взять все эти звуки внутрь себя и, превратив их в другие звуки, звуки, которые хранит ваш внутренний ментальный образ, который существует у каждого из нас. Образ нашего ресурсного места. Место, где мы черпаем силы, получаем удовольствие, от тех звуков, от тех красок, от тех ощущений, которые приходят к нам. Когда вы позволяете своей памяти оживлять воспоминания о приятном месте, о приятном событии, которое когда-то было, может быть, давным-давно, может быть, совсем недавно. И это не важно. Важно лишь то, что вы могли бы отправиться куда-то далеко-далеко, глубоко-глубоко. Центр души вашей. Чтобы что-то понять, что-то принять, от чего-то отказаться. От чего-то важного. Или не очень важно, может быть, самого важного, самого главного. О чем вы думаете или не думаете, это не важно. Важно лишь то, что вы могли бы позволить себе окунуться в эти приятные образы. И я хочу, чтобы вы увидели все краски, яркие или не очень, того места, где вам приятно бывать, наяву или в воспоминании, чтобы ментальным образом переместиться туда,
то место и в то время, где вы чувствовали себя хорошо, где ваша душа пела и получала наслаждение. Может быть, это встреча с дорогими вам людьми. Может быть, просто проведенное время с ними. Вспомните, о чем вы говорили с ними. И что они говорили вам. И кто был рядом с вами. И какая была природа. А может быть, никого не было вокруг. И вы были одни. И наслаждались природой, тем местом и тем временем, которое на самом деле оставило большой след в вашей жизни. А может быть, и в других тоже. Вы не знаете, почему вам сейчас хорошо. И вам даже не нужно думать об этом. Приятные эмоции приходят сами по себе. И по мере того, как все спокойнее и легче становится, эти образы и краски, и воспоминания еще более усиливаются и наплывают сами собой, и вы не знаете, отчего такой хоровод воспоминаний и череда событий, сменяя одно другое, наплывают и наплывают, как будто уносят куда-то далеко-далеко, как осенью роняет дерево лист, который уже не такой сочный и совсем легкий, и даже слегка суховатый, и немножко изогнута линия листа, как кораблик, касаясь воды, начинает свой стремительный бег куда-то далеко-далеко. И река подхватывает этот корабль и уносит, уносит куда-то далеко-далеко. И вы, как этот кораблик, такой легкий, невесомый, едва касаясь воды, удаляетесь все дальше и дальше. И вам так хорошо,
и так легко, оставляя за кормою все, что хочешь оставить, и не только то, что можешь, все. Чтобы обрести еще большую легкость и, может быть, превратившись в пушинку, оторваться от воды и подняться еще выше, куда-то высоко-высоко, может быть, даже выше травы, выше реки, выше кустов, и даже выше деревьев, и ощутить легкость, свежесть и радость, которая приходит прямо сейчас. И вы можете это почувствовать, как ваше тело становится невесомым. Его просто нет. И вы не чувствуете своих рук. И вы не чувствуете своих ног. И вы не чувствуете своего тела. Оно растворяется, как будто это воздушный шарик, который отрывается от бренной земли, потому что ему здесь скучно, и поднимается выше, все выше и выше, туда, где летают птицы, большие, малые. И они знают радость полета и свежесть ветра, и прозрачность воздуха, и мягкость облаков. И можно даже поваляться на белом пушистом облаке, утопая в его объятия. И это даже не сравнится с самой мягкой, самой пушистой периной. Облако такое теплое, оно такое мягкое, оно просто удивительно. И можно получать удовольствие и просто смотреть, как внизу проплывают города, и маленькие поселки, и совсем крошечные деревеньки, такие маленькие, маленькие-маленькие, совсем крошечные. И большие города. Которые ночью горят светом. Как будто огромная птица, которая раскинула крылья, а может быть, карта звездного неба. Много-много светится маленьких и больших огоньков. И маленький огонек — это может быть чье-то оконце,
где живет человек, который живет своей жизнью, и чего-то желает, чему-то рад, о чем-то грустит и в каждом оконце свой человек, а может быть целая семья маленьких и больших людей, и ваш дом, возможно, тоже вы могли бы увидеть с высоты пушистого облака, такого мягкого, такого нежного. И это так приятно — получать удовольствие, просто лететь по небу и встречать рассвет, как солнце встает. Поначалу только очень робкое, оно только краешком озаряет небо и линию горизонта, а потом оно крепчает, смелее и показывает свой красный-красный диск. Ослепительного света и согревает землю, и все оживает из темноты, и птицы начинают свою песню, и у каждой птицы своя песня, свой голос. Это музыка воспоминаний, музыка звуков той природы, которую вы хорошо знаете, той воды, которую вы хорошо знаете, неважно, озеро, речка или море, той земли, которую вы хорошо знаете. Неважно, какая это земля, полянка, полная ягод, душистой земляники или чудесный лес, хвойный или лиственный лес, а может быть и хвойный, и лиственный. Как приятно побродить по лесу и посмотреть, какие дары скрывает лес, и насладиться запахами леса, послушать, как скрипят деревья над головой, как разговаривает лес, и как шумят верхушки деревьев, и получать удовольствие, удовольствие от общения с этим миром, который дарит радость,
А может быть, вы дарите этому миру радость. И многое-много приходит, и что-то может уйти. И это не важно, потому что всегда что-то находишь, а что-то теряешь. И оставляя, находишь, а что-то забываешь. И забывая, помнишь. И помня, вспоминаешь. Когда-то забытое, то, что, кажется, уже не помнишь, но точно знаешь, что помнишь. И это важно. Это очень важно. И это хорошо. Хорошо то, что происходит сейчас. Потому что пока мы говорили с вами, изменился ваш пульс. Изменилось ваше давление. Изменились ваши ощущения себя. И где-то внутри отогрелась ледышка. Как в той сказке. Осколок зеркала. Который попал. Как маленький кусочек льда. От снежной королевы. Сердце мальчика. И он смотрел и не видел. И он слушал и не слышал. Он ощущал и не чувствовал. Но горячее сердце маленькой Герты жаркой слезой растопило ледышку в сердце Кая. И он вспомнил то, что забыл. То, что должен был помнить. И можно что-то вспомнить, а что-то забыть.
возвращаемся с путешествия. По этой реке, которая похожа на жизнь, и спускаясь с облаков, которые нас порой уносят куда-то, возвращаясь сюда, в это место и в это время. С ощущением легкости. Свежести и радости. Как будто все случилось к лучшему. Что должно было случиться. Давным-давно. Но не было повода, не было случая. Сегодня есть повод, сегодня есть случай. И это хорошо. Это очень хорошо. И это прекрасно. И у вас есть какое-то время, и я не тороплю вас, когда вам захочется, вы можете вернуться. Из этого путешествия но перед тем, как вернуться, пообещайте себе, что когда вам захочется, вы вновь, устроившись удобным образом, оставшись наедине с собой, отправитесь в путешествие по этой воде, на этом облаке, в тот лес, на ту полянку или куда-то еще, чтобы получить необходимые силы и нужные ресурсы, и чтобы оставить все, что хочется оставить, и взять все, что хочется взять.
располагайте всем необходимым временем. А потом с ощущением легкости, свежести, радости, возвращайтесь сюда. И для того, чтобы открыть глаза, нужно просто потянуть веки вверх. И это легко. И сладко-сладко потянуться и получить удовольствие от приятного отдыха, от хорошего состояния духа и, конечно же, улыбнуться и поблагодарить себя за время, которое вы подарили себе. Время для себя.